Владислав, ученик 4 класса Багалиевской средней школы. Моя семья принимает участие в конкурсе. Счастье рождается в семье. Я не знаю, как начать, но хочу вам рассказать про семью свою большую, чтобы все могли понять, что еще семью такую больше в мире не сыскать. Начнем знакомство. Это моя сестра. Привет! Я студентка Северо-Казахстанского государственного университета. Всем привет! Меня зовут Ирина. Я мама этих двоих замечательных деток. В каждой семье есть традиции, обычаи. Наша семья не исключение. Мы очень большая и дружная семья. Поэтому у нас уже... Жизнь меня заставила быть сильной. Моя сила, счастье в моих детях. С гордостью ношу я имя «Мама». Самая красивая на свете. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. И если в семье царит взаимопонимание, доверие и тепло, это настоящее счастье. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы хочу поздравить всех с этим замечательным праздником. Днем Победы, Дмитрий Румата. Поздравляем сегодня героев отцов, всех военных, трудящихся тылом. Поздравляем проливших за Родину кровь и отдавших последние силы. Соболезнуем павшим им память навек и на все времена в сердце нашем. Поздравляем с победой сегодня и тех, кто в числе без известия пропавших. Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас. Вас заботами пусть окружают ваши правнуки, внуки и сыновья, и все те, кто вас любят и знают. Спасибо за внимание.